Николай, куда сегодня едем? Куда сегодня? Во Флоренцию. Во Флоренцию. Ну да. Что, давай. Поехали. Поехали. Ну что, мы во Флоренции. И это Золотой мост. Здесь просто море украшений. Наверное, радость для каждой женщины. Каждая женщина может мечтать об этом. Я смотрю, разного возраста. Все внимательно смотрят витрины. Но мы только недавно вошли во Флоренцию. И я поражена. Она не похожа ни на один другой город. Я путешествовала по Европе, была во многих местах. Флоренция ни на что не похожа. Это что-то абсолютно другое. Я увидела маленькие бутики, маленькие бизнесы, где работают достаточно пожилые хозяева. И они все еще в своем бизнесе. И они все еще делают какие-то или перчатки, или какие-то велосипеды, что-то еще. Это просто фантастика. Ну и потом посмотрите, как здесь интересно. Посмотрите, сколько здесь чувств. Здесь вы увидите таких персонажей, которые не увидите нигде, ну или почти нигде. Здесь другие туристы, другие местные жители. Очень-очень интересно. Так что оставайтесь со мной, я буду путешествовать по Тоскане, мы будем в разных маленьких чудесных городках. Я покажу вам свою квартиру, где мы остановились. Это почти что просто вилла. Это вилла, в которой когда-то жила семья Микеланджело в 1426 году. Я сделаю вам рум-тур. Так что оставайтесь со мной. Начинается путешествие по Тоскане. Такие маленькие бизнесы на каждом шагу. Смотрите, зашел человек, наверняка местный житель, берет кусочек ветчины, ест кусочек ветчины. Сейчас запьет все это вином. Сейчас, между прочим, 10 утра. И сделают перчаточки. Ну, просто в каждом местечке. Какие персонажи, посмотрите. Ну что, вы узнаете? Узнаете Флоренцию? Вот она, красавица. И миллионы туристов на улицах просто. Все сорвались после пандемии, все путешествуют. Никто больше не хочет сидеть дома. Флоренция – это памятник, музей под открытым небом. Посмотрите, вот он ваш красавчик Давид. Идеал мужского тела. Что? Вот он, красавчик Давид. Скульптура Микеланджело Буонаротти. И была установлена здесь в 1504 году. Вы представляете? В 1504 году. И здесь не одна его скульптура, здесь его много скульптур. И вообще в целом Флоренция – это музей под открытым небом. Куда вы ни глянете, везде произведения искусства, шедевры. Вот он, красавчик Давид. Скульптура Микеланджело Буонаротти, установленная здесь, во Флоренции, в 1504 году. Кто-то вообще помнит свои страны в 1504 году? А здесь уже вот такое произведение искусства. Идеальная мужская фигура. Красавец Давид. Историю Давида я вам не буду рассказывать. Я думаю, что вы все ее знаете. Ну что, хотите поразиться еще больше? Красота! Какая красота! Знаете, на каждую колонну, на роспись на потолках, такие уникальные колонны. I'm a policeman, yes? So I like your head and everything. Wow, so gorgeous. And you too. He didn't want to take, but what is your name? What is your name? No. It's a video. Okay. Yeah, but you. I'm from Canada. No worries. Wow, посмотрите, какая скульптура здесь. Лев, и у него в пасти голова этого. Видно, что мужская голова. Голова мужская. Да. Здесь я сначала думала, что это женщина, девушка. Кто-нибудь знает историю этой скульптуры?
Вот мы продолжаем гулять по Флоренции. Самый-самый центр. Много разнообразных людей, много интересно одетых людей. Детки итальянские пришли сюда на экскурсию. Я так вижу, что они так изучают историю и искусство прямо в музеях. Все детки какие симпатичные все. А учительницы? Ну а вот скульптура Нептуна. Сзади. Мы можем подойти и посмотреть ее впереди. Да-да-да, я сказала, что Нептун. Посмотрите на скульптуру Нептуна. Интереснейшая вещь, конечно. Посмотрите на эту красоту. Как я сказала, Флоренция ни на что не похожа, ни на какой другой город. Здесь же на площади Дольче & Габбана, и Шанель, и Валентино. Продолжаем идти по улицам Флоренции. Совершенно, абсолютно ни на что не похожий город. Очень интересный. Каждый уголочек какой-то потрясающий. Смотрите, как располагают столики во флорентийском кафе. Во-первых, здесь очень вкусно, во-вторых, посмотрите. Места очень мало, поэтому вот эта скамеечка. А вот здесь можно есть свое пирожное и пить свой кофе. А пирожные и кофе здесь фантастика. Вот такая вот у них машина, где они делают кофе. Посмотрите, и кофе просто лучшее из того, что я когда-нибудь пробовала. Смотрите, как располагают, как используют место во флорентийских кафе. Такая скамеечка, все очень узко. И потом будет еще столик, даже если посадятся. И вот такой вот столик, где можно поставить свою чашку кофе. Опять скамеечка, маленький столик и так далее. И, конечно, замечательная выпечка. Посмотрите на этот тортик, где очень много миндаля. Это тоже. Все очень и очень вкусно, очень интересно. Самое интересное для меня вот эти вот скамеечки. Это местечко с 1524 года. Представляете, сколько лет на одном месте. А вот здесь они готовят кофе. Потрясающий кофе. Просто лучшее из лучших. Такая машина очень серьезная у девушки. Такая серьезная. Здесь она готовит кофе. Девушка какая симпатичная. Вы только посмотрите на эту красоту. My God. Как вообще можно было такое построить? Как вообще можно было такое спроектировать, создать и построить? А туристов, конечно, миллион. Просто миллионы. Вы только посмотрите на эту красоту. Как вообще можно было такое построить, создать? Сколько веков это строилось? Как можно было спроектировать такую красоту, такое сочетание цветов? Невероятно. Невероятно.
Флоренция. Несмотря на то, что это октябрь, и несмотря на то, что это обычная сегодня среда, день недели, количество туристов просто удивляет. Смотрите на детали. Этот собор был заложен в начале 13 века. Какой-то там 1240 год, да, Николай? И построен уже, вот освящен в начале 15 века. Смотрите, сколько времени. Это один из самых больших куполов в мире. Самый большой купол 43 метра Пантеон в Риме, этот 42 метра. Это уникальное инженерное сооружение средних веков, посвященное Деве Марии с цветком. Собор, называется собор Святой Марии с цветком, и в руках у нее геральдическая лилия. Собор был построен и освящен в 1412 году. Является архитектурным инженерным сооружением и имеет один из самых больших куполов в мире. Самый большой, 43 метра, это Пантеон в Риме. И этот второй по размеру является 42 метра. Собор был построен в 1412 году, освящен, имеет название собор Святой Девы Марии с цветком, и в руках у нее геральдическая лилия, которая является символом города Флоренции. Вот так собор выглядит изнутри. Ничего особенного. Все это почистили в 1842 году, все многие очень весь поубирали. Но так внутри я не вижу ничего такого, какой-то особенной архитектуры, по сравнению с тем, что мы видим снаружи. Так собор выглядит изнутри. Ничего особенного внутри мы не видим. Достаточно все просто. Представляете, это вот оригинальные полы, пол сделанный в 15 веке. И колонны, конечно, это все 14-15 век. Мозаика тоже сделана, уникальная мозаика. Так видите, здесь нет вот таких угловых капель. Поэтому он смотрится светлым. Часы идут до сих пор, с 15 века идут до сих пор эти часы. Так что вот внутри он достаточно обычный, а снаружи, конечно, просто вау. Вот так вот все это смотрится. Этот знаменитый купол, который, как я сказала, второй по размеру в мире после римского. Посмотрите, сколько труда, сколько работы. Да, потрясающие вещи для 15 века, даже раньше, чем 15 век, 14 век. Ворота – это место, называется место, где baptized children, то есть крещение было. Тут целое здание отдельное для этого построено. Вот такие вот ворота, они сделаны из меди, конечно, как называются золотые ворота. Сделаны они, конечно, из меди. Ну, различные истории библейские. Еще раз последний такой взгляд на этот собор. Необыкновенной красоты. И все это сохранилось, мрамор, все это сохранилось. Видите, зеленый мрамор, белый мрамор, розовый.
розовый мрамор. Продолжается этот собор просто невероятных размеров. Здесь же и художники расположились со своими работами. Такая целая улица. И, конечно, фантастический совершенно город Флоренция. Я была здесь пару раз, но обычно очень быстро, бегом с туристическими группами. А сейчас я смотрю на это, пожить здесь. Ну, конечно, не в сезон, но где-нибудь надо приехать и пожить здесь зимой. Пусть даже будет холодно, но просто ходить по этим улицам, заходить в эти ресторанчики чудесные, кафешки, музеи, выставки. Фантастика. Фантастика. Просто улица художников. Красивый я тут нашла. Давайте посмотрим подъезд во Флоренции. Посмотрите на потолки. На эти металлические ворота. Пол выложены мозаикой из разного мрамора. И мы начинаем подниматься. Двери. Дальше. Лифт. И лестница. Хотели бы вы жить в таком подъезде? Давайте зайдем, посмотрим, как выглядит подъезд обычного жилого дома в центре Флоренции. Вот так это выглядит. Высоченные потолки. Красивые двери. Пол, выложенный из мозаики, из мрамора разных цветов. Очень аккуратненько все это соединено между собой. Такие вот ворота. Это просто подъезд. Не какой-то особенный. Я просто проходила мимо. Фонарь. Вот так выглядит вход в квартиру. В одну из квартир. Так выглядит лифт. И вот так выглядит лестница. Смотрите, красивые перила какие. А сами ступени выложены, я думаю, что это гранит.
которому, наверное, веков 5. Вот еще одна красивая площадь, на которую мы вышли. Посмотрите, какая красивая площадь. И так можно идти до бесконечности. Красиво, 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 красиво. А вот известный везде флорентийский стейк. Вот практически вот такого размера, только, конечно, может быть, шириной там сантиметра два будет стейк. И его готовят по всей Тоскане. И вот так вот это будет, я так понимаю, 35 евро. Да? Если это я правильно понимаю, что здесь написано. Площадь мы вышли в Венец, во Флоренции. Какая красивая площадь. Патиссерия. И очень чисто. Несмотря на миллионы туристов в городе, посмотрите, какие чистые улицы, тротуары. Старинные камни, я не знаю, когда были сделаны тротуары. Наверное, так же в средневековье, как и все остальное в этом городе. Огромные глыбы каменные, но нигде ничего, очень-очень редко. Какую-то бумажку можно увидеть, почти никогда. Чайную комнату мы обнаружили здесь, в самом-самом центре Флоренции. Посмотрите, какие ребята, как они работают. Опять же, такой же высочайший уровень работы, как они одеты. Такие пирожные. Вот такие здесь пирожные, посмотрите, как одет Мишка. Такой красивый зал. Очень красивое кафе, называется Росковский. Смотрите, как это все красивые террасы, какие. Все на этой красивой площади. Очень красиво внутри. Правильно, надо celebrate. Ты хочешь, Николай, так celebrate? Что ты пирожные? Это... Какая красота! Да какие здесь бутербродики!
хочется перекусить. Да, Флоренция. Да. А в этой части Флоренции много чудесных ресторанчиков, кафе, все дизайнерские бутики, Dior, Louis Vuitton. Смотрите, какая чистота на улицах, несмотря на миллионы туристов, нигде ничего, все идеально, идеально чисто и красиво. Вам Милан, Флоренцию, и говорю, что Флоренция очень интересный город, интереснее, чем Милан. Какой древний город, какой красивый.